Игорь Анатольевич, я прошу вас как можно больше приглашать ребят вот сюда, на скейт-парк, здесь около администрации. Давайте подумаем в каждой части города, где можно сделать элементарные элементы, чтобы ребята, это всегда происходит весной, как только сходит снег, они выходят со своими досками и на любых углах начинают, так сказать, освежать свою мышечную массу. Поэтому проведите, пожалуйста, рекламную кампанию, чтобы у ребят была безопасная возможность тренироваться на улице, на скейтах, на роликах, где угодно. Ну а там, конечно, возьмем контроль.